Видите, сдачу консультации. Бином случаем, и там все может быть. Говорили мы сегодня о том, кому порвал МЕКС Айвар Бондарис и доцент факультета инженерной экономики и управления РТУ Лайнбута Шнидере успокаивают, что дома стояли и стоять будут. Отвечая на этот вопрос, все можем оказаться на улице, если будем заботиться о простом мире. Как и многие мальчишки в его время, Вадим Воронов хотел стать летчиком. Но судьба распорядилась по-другому. За 14 лет работы в Латвии с Гайсом Саприксме Вадима прошел путь от диспетчера-стажера до руководителя полета. Он отмечает, что за последние годы число пассажиров в Латвии выросло в 20 раз, а загруженность воздушного пространства в 5-6 раз. Вадим Воронов, гость сегодняшней программы, Александр Студ. В эфире, как обычно, в 11. Возможно ли единые социальные стандарты и обязательный минимальный доход для всех стран-членов Евросоюза? Или это мечты?